Накануне специалисты Барнаульского водоканала провели замеры воды в безымянном озере на Малахово. Причина проверки – жалобы жителей на стойкий и неприятный запах, по их мнению, канализационных стоков в водоеме, которые попали туда из-за поломки напорного коллектора водоканала еще в январе. Организация подтвердила, часть нечистот действительно попала на поверхность озера. Но утечку локализовали за 30 минут, а повреждения оборудования устранили за 2 недели. Чтобы убедиться, что данные истоки как бы не принесли ущерба озеру, значит, мы привлекли лабораторию независимую, значит, и свою лабораторию. И одновременно, параллельно сделали отбор проб. Значит, в месте выхода стоков на озеро, на противоположной стороне, и для сравнения, для фонового как бы, замеров непосредственно в реке Пивоварка, куда якобы впадает значит, воды с этого озера. Проверили 5 показателей химического состава воды. Результаты анализов показали, что выход стоков на поверхность озера не оказал негативного влияния на воду. Специалисты уверены, что неприятный запах образовался из-за мусора вблизи водоема. Мы договорились с Российским экологическим обществом о проведении совместной экологической акции, которую мы запланируем на 27 мая. К этой акции мы приглашаем, значит, жителей близлежащих домов, в том числе многоквартирных домов. Но я хочу напомнить, как бы, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Присоединиться к субботнику могут не только жители близлежащих домов, но и все желающие. Анна Москаленко, Роман Хайрулин. Новости.